Подобный видеоролик, наверное, нужно было сделать, знаете, когда? Или, вернее, как? Его нужно было сделать в новой вот этой вот всей технологии на YouTube, YouTube Shorts, которая еще, так знаете, официально не работает, а чтобы она заработала, ты должен там снять видеоролик с определенным соотношением сторон, добавить в название хэштег Shorts и все такое, и просто там, знаете, ролик вот мой стандартный, там, на секунд 15-16, может быть, вроде того, где я бы обо всем этом рассказал и, типа, набрал бы там 800, может быть, там, не знаю, возможно, 900 просмотров или вроде того, и такой, типа, блин, а это неплохие просмотры, типа, мне все нравится, это все круто, это все классно, и вообще, ну, все в порядке вещей. Однако, сегодня я растяну хронометраж минут, может быть, на 5, может быть, на 8, в общем-то, как пойдет. Но давайте, чтобы вам не казалось, что я растягиваю хронометраж, я прямо сейчас перейду к новости, которую мы тут, кто мы-то, я тут должен с вами обсудить, хотя вы ее обсуждать не будете, но можете обсудить ее, разумеется, в комментариях. Вот, там, заходите. Да. Arizona Games поделились статистикой по регистрации на Родина Ролиплей. По информации разработчиков, общее число регистраций превысило 1 100 000 там, человек, вроде того. И тут есть, прямо, знаете, до единых. То есть 1 177 900 человек. То есть 1,2 буквально миллиона. Можно было бы уже округлить. Странно, почему Ромка Злоб этим не занялся. Ну, он потому что любит, знаете, нечто подобное. Примерное число аккаунтов, зарегистрированных на вашем проекте, на нашем проекте, это был бы в коммунизме. Родина Ролиплей за все время его работы. Ну и замечательно, потому что вот лично я, ну, я понимаю, что вообще, то есть, КРМП проекты, на них кто-то играет. Да, типа на компьютере, на телефоне это понятно, чуваки там хотят машины, вот эти русские, все вот это вот прочим. Я типа и сам, а иногда там захожу, вот на той же самой Black Rush и залипаю, смотрю, что там как, что появляется нового, что не появляется нового, и как вообще происходят все вот эти вот, знаете ли, дела, которые там есть. И понимаете, в чем дело? Я на все это смотрю и такой, типа, ну ладно, но есть ведь еще КРМП проекты на компьютер, и их, так знаете, подавляющее число. То есть я прям, я с этого вообще настолько офигеваю порой, что ну прям вот, я не могу. Я смотрю на все это и думаю, чувак, вы серьезно? Со всем этим. Ну ладно, ладно, это-то все понятно. Но Родина Ролиплей. 1 000 000 аккаунтов. То есть, вдумайтесь в эту цифру. 1 000 000. У кого-то, может быть, подписчиков столько на Ютубе, а тут аккаунт. Разумеется, мы тут сюда в расчет берется вот это вот все твинк аккаунты там, а человека забанили, он создал еще один аккаунт, начал там прокачиваться, я не знаю, кто так делает. Но вот когда я играл на том же самом, допустим, каком-нибудь, как назывался, Advance Ролиплей, Orange, вот, и сейчас он уже закрытый, там уже все, там мой аккаунт удален, обнулен и так далее, вот все с ним сделано, как, в общем-то, и у Ангела Касайда, если кто не знал, мы оба с Оранжа, и у нас у обоих там, у него удалили аккаунт, у меня тоже его удалили, я такой, типа, чё, серьезно, зачем, для чего, что вы от этого вообще вот такого получили, там, может быть, удовлетворение какое-то свое моральное, физическое, что, зачем, для чего вы удалили мой аккаунт, никто не знал ответа на этот вопрос, и тут, понимаете, то есть, я не знаю, удаляет ли Arizona Games, и в данном случае Родина Ролиплей аккаунты, но в целом, 1 000 000 это жесть. Я, если честно, не знаю, сколько играет на Родине Ролиплей. Давайте я сейчас зайду, там Arizona Games введу. Arizona Games. Посмотрю, что там вообще. Может быть, там есть где-нибудь мониторинг, который показывает... Нет, мониторинга, к сожалению, нет. И узнать доподлинно, сколько сейчас игроков на Родине Ролиплей, мы не сможем. Хотя, вы знаете, я вот подозреваю, что есть сайты, вот во всем этом интернете, да, в котором есть сервера по GTA Sampo и по GTA КРМП. Я сейчас зайду, может быть, тут где-то есть мониторинг или вроде того. А центральный округ 400 человек, южный округ 400 человек, северный округ 500, восточный округ 351. То есть вот этот вот 1 000 000 аккаунтов, это что, со всех проектов, что ли? Или это с какого-то одного сервера? Или это общее количество? Ну, то есть, как-то, я не знаю, за все время работы. Но при этом, вот, то есть тут так много, я даже не думал, что у них так много серверов. Причем онлайн, так знаете, равномерно по вот этим вот всем серверам распределен. Мне кажется, что типа было бы лучше, если бы там какой-то сервак закрыли с переносом аккаунтов, со всеми прочими вещами, и типа чуваки бы такие, о, классно, и платили бы за вот эти вот слоты меньше. То есть тут же получается, что Arizona RP, Arizona Games платит за слоты, которые не используются, и как лично мне кажется, это не особо хорошо. Однако вы можете выразить свое мнение в комментариях по поводу Родины Ролиплей, или как раньше говорилось, Родина Полиплей, и по всем остальным вещам вы можете выразить свое мнение, и там как бы мы с вами в комментариях
комментариях все это, возможно, обсудим. А может быть, мы с вами и не будем все это обсуждать. Тут уж я извиняюсь, как пойдет. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания и, разумеется, пока. Хотя нет, почему пока-то? Я совсем забыл, чуваки. IP Arizona Roleplay Phoenix, а также мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод NoToxic54. Вся эта и другая дополнительная информация, она находится в описании данного видеоролика. Заходите туда, там со всем этим ознакомливайтесь, там все это узнавайте, познавайте и делайте все прочие штуки именно там. Все, на этом теперь точно все, и пока, и до свидания, и пока.